А в Одесской области память погибших в трагедии 2 мая особым образом почтили радикалы. В городе Южный неизвестные уничтожили мемориальную аллею. Деревья в третью годовщину массовых беспорядков посадили активисты оппозиционного блока совместно с национальной платформой «Женщины за мир». В ОПОБЛОКе убеждены, что акт вандализма – это дело рук представителей радикальных пронационалистически настроенных организаций, усматривают особый цинизм в том, что совершен он был в день памяти и примирения. Вот видно, насколько наши радикалы хотят этого примирения, в том числе и внутригражданского примирения. Все граждане, кто погиб тогда, они равны перед государством Украины, перед законом. И что их убийство, за их убийство должны ответить по закону те, кто это сделал. Все то, что происходит вокруг, это попытка отвлечь общество от реальных проблем и продолжение раскачивания ситуации и сталкивания страны в пропасть.